привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговор на марафон». 341 день, как я хожу. И потому свою ходьбу называю марафоном. Сегодня всякие нюансы были, чтобы не выйти. Но, как говорится, я нюансом сказала, не дождетесь, я все равно выйду, покажу. Я уже у себя в районе, вот там за мной повернуть и уже лес. Естественно, в лес я не пошла, хотя я уже хожу целый час. Вечером в лес. Кто вечером в лес ходит? Да, так что хожу вот среди такого шума и все равно наслаждаюсь. Вот скажите, дал ли мне этот мой марафон что-нибудь, да? Чтобы вечером, да, выйти на ходьбу и еще с таким хорошим настроением. А еще сегодня мне кушать надо приготовить. Да, после марафона в магазин и приготовить кушать на завтра, да? Где там фонарик? Я себя не вижу на экране. Вот я. Даже не знаю, что сказать. Пойдем к следующему фонарю. Может быть, до следующего фонаря придумаю, что сказать. Я еще веду такой марафон разговорный, да? Сегодня марафон разговорного не буду. Не буду никакие темы поднимать. Почему? Да потому что очень шумно, очень людно. И никаких проблем нету. Сегодня нету никаких проблем. Итак, я говорю, ни у кого нету сегодня никаких проблем. Молодой парень смеется. Да. А мне еще нужно пройти буквально полчаса. И 7 километров будет. Точно, я по времени. И сегодня я хожу. Не 5 километров в час, а приблизительно 6 километров в час. Потому что, ну да, времени нету. Нету времени, да? Ох, это время. Ладно, там опять. Слушайте, ну я довольная, да? Очень довольная. Просто. А что просто? Просто выходите на ходьбу, и ходьба, поверьте, вам даст то, чего вам не хватало. Да? А в основном не хватает чего? В основном у людей не хватает здоровья или не хватает настроения. Так вот, ходьба дает и то, и другое. Выходите зачем угодно, да? Да. А при людях я все равно как-то не очень могу разговаривать. Так что сегодня не будем поднимать никакие серьезные и несерьезные темы. Тоже не будем поднимать. Просто вот такой видеоотчет. Да, я сегодня ходила. До завтра. Пока-пока.